Всех вас, дорогие братья и сестры, еще раз поздравляем с воскресным днем, с неделей святых праотец и Спиридона Тримифунского Чудотворца. Сегодня мне стало вечером известно о том, это еще не точные слухи, у нас заканчивается договор аренды трапезного и Успенского собора. Негласно нам подтвердили о том, что уже в следующее воскресенье и субботу нас не пустят в этот храм. Ни в один, ни в другой. Поэтому мы не можем вам точно сказать, что будет дальше. Я вам сегодня говорю, чтобы и те услышали, за которых мы голосовали, за тех, которым мы и молимся, и они сегодня делают козни Святой Церкви, делают козни и нашему народу, живущему в Украине. Поэтому еще раз обращаюсь к вам с молитвой. Читайте акафист Божьей Матери, преподобным отцам Печерским, читайте псалтырь и следите за нашим сайтом понедельник, во вторник, потому что я просил, несколько раз звонил к министру культуры, ни разу не взял трубки, не ответил. И мы будем в понедельник 10 часов собираться с директором музея и вам дадим точный результат. Будем ли мы здесь, на верхней территории, не пустят нас. Это вам сегодня видите, что в советское время разрешали совершать молитвы и молились. А сегодня вот такие козни делают нашей святой соборной и апостольской церкви. Еще раз прошу ваших святых молитв, и я верю, что молитва братьев, молитва ваша, она сильна, и Божья Матерь защитит свой дом и даст нам возможность в эти рождественские дни совершать молитвословие в этой святой обители и в ее святом доме. С праздником!